расхититель социалистической собственности! Ну? У меня тоже череп раскалывается. Что-то вот у нас как-то сыро. Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это предложил. Желаю, чтобы все. Дай папиросочку. У тебя брюки в полосочку. Я слушаю. Кто? Илья? Нет, не ждал. Да-да, я в курсе. Ах, вот оно что! Это красиво! Я входил в Мосэстраду, как в дом родной, а теперь я иду туда, как на Голгофу. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу, негодяи! Неправда! Они за вас борются! Оставьте, я всех их знаю! Спокойно. Аркадий Алесгемахт! Фюнф минут, Савва Игнатьевич. Простите, что вас побеспокоил, господин Мюллер. Как ты меня назвал? Господин Мюллер. Простите, господин барон. Мюллер слушает вас. В Германии иметь фамилию Мюллер все равно, что не иметь никакой. Я попрошу без омекошонства. В конце концов, я велюра. Я велюра. Я велюра. Я велюра. Его надо в поликлинику сдать для опытов. И я вас попрошу птичку нашу не обижать. Какой марки его автомобиль? А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Где мой военный мундир? Прошу, ваше высочество, прошу. Что? Мне в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие. Война у порога, а мы не готовы. Нет, мы не готовы к войне. Добрый вечер, друзья. Наша сегодняшняя программа посвящена британскому списку. Он сначала очередной выпуск «Рок-хроники». июня, день рождения Джеймса Пола Маккартни в Ливерпуле в 42-м году. В 61-м году он с приятелями создал группу «Битлз», группу, изменившую историю рока и популярной музыки вообще. Наша программа на неделе будет посвящена письмам и заявкам. Мне же остается пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Счастливо вам, ребята! Сева-сева нам дорожен, город Лондон, Би-Би-Си. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такое.